Добрый день, друзья! Меня зовут Анна Оголь, компания AnyRobots, костюмы роботов Украина. И сегодня я расскажу вам о том, как надевать и настраивать костюм трансформера Stinger. Начинаем одевание Стингера, это с надевания корпуса. Корпус одевается как куртка, вот через верх. Все, корпус надет. К корпусу пристегиваем руки. На правой руке у Стингера есть пушка. Она присоединена к предплечью. Защелкиваются все детали костюма, как и на других моделях, с помощью застежек на корпусе, на деталях. Все элементы имеют подсветку, поэтому присоединяем питание. Так. Следующая рука. Так, присоединили руку, подключаем питание. Вот здесь разъемы для электроники. Все, соединяем. Одеваем ноги. А бедра крепятся к корпусу двумя креплениями по бокам. И также не забываем настраивать подрост человека, чтобы все было достаточно хорошо сидело. Настраиваем костюм. Подсоединяем провод питания для ног. Голень, вот эта часть коленка. Все детали имеют подсветку, поэтому соединяем провода. Смотрим, здесь разъемы для электроники. Настраиваем. Коленка должна быть прикрыта костюмом немножко, поэтому настраиваем по человеку, по росту. Когда вы уже научитесь одевать костюм, можно одевать ногу полностью, как чулок. Смотрите. Так значительно быстрее. Также можно руки подсоединить к корпусу до того, как вы начнете одевать костюм. На первый раз все детали одеваются отдельно и последовательно. Все. Питание для датчиков ног и подсветки ботинок проводим внутри. Крепление.
управления. И помогаем оператору ростовой куклы робота обуться. Ботинки одеваются трубами наружу. И всегда все костюмы одеваются, торчащие детали на внешнюю сторону, более гладкая сторона внутрь. Сейчас фиксируем крепление. В ботинках крепление наподобие лыжных. Очень важно в обуви, так как это на возвышении, зафиксировать по ноге. Поэтому затягиваем все застежки туго. Так же, как на лыжной обуви, как на лыжах. Все затягивается и фиксируется застежкой и липучкой. Так, с этой ногой есть. Одеваете костюм первый раз, самый первый раз. Очень важно привыкнуть именно к обуви. Это сложный и важный момент, поэтому можете одевать не весь костюм сразу, а для начала только обувь. Затянуть, почувствовать, как это на ноге, и попробовать походить. Сейчас мы соединяем ботинки с электроникой костюма. Вот таким образом. Ноги готовы. Надеваем пояс. Передняя сторона, задняя сторона пояса. Пояс крепится спереди и сзади на застежке. В середине просовывается ремень и фиксирует пояс у талии человека. Остались крылья и шлем. Смотрите, крылья — это такая торчащая деталь, одевается на спину. Поворачивайся еще, чтобы видно было. Для транспортировки крылья разбираются на несколько деталей, на несколько отдельных частей. Вот сейчас мы их фиксируем снизу, зацепили сверху. Последний момент – шлем, почти последний. У нас у оператора свободные руки, он может выставить себе четко шлем по голове. Наклоняйся. Подключаем также электронику. Настраиваем шлем. Микрофон находится здесь. Он должен быть напротив рта оператора. Поэтому... 1, 2, 3. Вот переключатель режима в громкоговорителе или преобразователь находится здесь. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Это режим громкоговорителя, режим преобразователя. Настройка тембра здесь. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Настраиваем голос. Когда все приготовления завершены, тогда закрепляем руки, фиксируем. И надеваем перчатки. Этот костюм отличается от всех остальных моделей AnyRobots. Он имеет оружие на предплечье. Это удобно для того, чтобы оператор робота мог ходить с оружием, не держа его в руке, это все фиксируется к костюму. Вот. Оружие имеет также эффект, управляемый пультом. Фиксируем вторую руку. Надеваем перчатки. Помогаем надевать перчатки. Заправляем, чтобы нательное белье не выглядывало из-под костюма. Заправляем тоже внутрь все. И у нас робот практически готов для эксплуатации. Вот, оружие включается кнопочкой. Режимы мигания настраиваются здесь. Режимы выстрела. Кластер робота управляется с пульта. Это пульт пушки, удобная одна кнопочка. Режим очереди выстрелов космических и режим одиночного выстрела. Это бластер, оператор может сам им управлять. Также у костюма есть эффекты. Это покажи, как ты включаешь. Мы сосредоточились по всей галактике. Рассматривали каждую секунду, каждый день. Робот рассказывает фразу. И когда мы уже потеряли надежду. Сообщение о новом открытии заставило нас отправиться к неизвестной планете под названием Земля. Диагонали и защелкиваем. Вот. Затем шестеренки, они одинаковые, вы не перепутаете их, они одинаковые. Трубочки вставляем в отверстие и защелкиваем, чтобы не выпали, не потерялись во время движения, во время активных танцев.
все происходит. Все, крылья готовы. Так они выглядят в собранном состоянии. Это как раз вся наша спина. Это крючок, который крепится к корпусу. Вы вот так надеваете на корпус и застегиваете сзади вот эту пряжку для фиксации. Крылья готовы. Так можно уже использовать. Для транспортировки разбираются в обратном порядке. Снимаются шестеренки. Снимаются детали спины. Смотрите еще раз, как они были вставлены. Видите, по диагонали. Вот здесь вот проходит. Вот, и таких вот 5 маленьких деталей вы можете легко разложить между большими объемными деталями костюма и транспортировать удобным способом. У Стингера есть еще такой момент, что на правой руке робота есть пушка наручная, бластер. Как он крепится? Крепится бластер с предплечью. Здесь есть отверстие для его монтажа. Вставляем и закрепляем застежкой. Довольно легко. Управление бластером. Кнопка включения-выключения бластера. Вот индикатор, что бластер включен. Режимы настройки мигания светодиода. И кнопка выстрелов. Одиночный выстрел. И длительный выстрел очередь звуков космического бластера. Выстрелы чередуются один за другим, перебивая друг друга. Все, правая рука готова для надевания на робота. Если вам подобається це відео, тут ви можете підписатися на канал. Тут ви можете переглянути інші відео. Ми йдемо до вас.